Салют всем, с вами Мастхед, это новый пятничный дайджест. Я надеюсь, вы не обижаетесь за то, что я в очках, но у меня просто аллергия, и у меня глаза прям триггерятся на яркий свет, а у меня тут и кольцевая лампа, и прожектора, нахуй, софиты, вы понимаете. Новый пятничный дайджест. Крутые новинки, 100%. Маркул с Будой, тречок факты, первым его будем слушать. Big Baby Tape дропнул сингл с Ворсквы. И Heron Water перед альбомчиком тоже подогревает интерес, поэтому я думаю, что все работы должны быть как минимум достойны и хорошего уровня, прям пиздец. Как всегда, перед тем, как смотреть, комментарий с четырех слов, лайк поставьте, подпишитесь на канал, кто не подписан, колокольчик нажмите. Также у меня неделю назад вышел трек, кому интересно, можете послушать и сказать, что вот ты лох всех критикуешь, а у тебя музыка плохая. В описании будет ссылочка на паблик ВК, на бендлинк или на ютубе можете найти, собственно, ёбаный антивирус. Я когда-нибудь обновлю, если под этим роликом будет 2000 лайков, нахуй. Ну и давайте начнем с трека «Факты». Кстати, признаюсь, сниппет я видел, разбирал, и у меня уже есть пару мыслей по поводу первых четырех строк. Но гитара ебейшая, вот вы послушайте. Испания, бля. Всегда был official, от блока до первой пиши. На сцене еще прыгают тысячи, на сцене за то, что мы пиши. Да, иногда я жесток. Во-первых, я люблю Марка за такие находки. На сцене еще прыгают тысячи, нас ценят за то, что мы пишем. У него очень часто бывает такая игра слов. И я каждый раз удивляюсь того, что я вроде бы от такого ни у кого не слышал, и при этом это как-то так неочевидно и индивидуально звучит, он прям в этом деле хорош, максимально. И вот тут сейчас будет спорная строчка, за которую я такой думал вначале, блять. Как-то странно звучит, но потом я допер. Иногда я жестокий, но это если ты днищий. Считаешь манеры за слабость, ты с бабками все равно не считаешься. Вот. На этом сниппет оборвался, мы сейчас заново послушаем. Я просто хочу сегодня подушнить. У меня такое настроение, у меня аллергия, у меня чешутся глаза, мне хуёво. Поэтому сегодня мы душним. Круто. Да, иногда я жестокий, но это если ты нищий, да? Вроде с первой, типа, такой думаешь, чё, блять? Как-то звучит, знаете, очень ЧСВшно. Но потом он говорит, типа, ты с бабками все равно нищий. Я думаю, что он имеет в виду больше моральный план какой-то там, ментальный там, я не знаю. Потому что все-таки Марк — это человек, который говорил, что стыдно не работать и сидеть без дела. То есть если ты там вообще пахаешь на трех работах, и ты типа все равно без бабок, он не будет с тобой жесток. Но если ты долбоёб, поняли, то тогда можно. И тогда я одобряю эту строчку. Я думаю, что такой посыл и закладывался. Все, теперь трек слушаем полностью. Всегда был official, от блока до первой пищи. На сцене еще прыгают тысячи, на сцене за то, что мы пищи. Да, иногда я жестокий, но это если ты днищий. Считаешь манеры за слабость, ты с бабками все равно нищий. 2017, эй, я написал трек, ночью вышел на смену. Потом 18, эй, я написал трек и пришел им на смену. Ты чувствуешь разницу, золотые котлы, железный нерв. Молодые как мы, живые легенды. Брат вышел из тюрьмы, но не вышел из ганга. 200 тысяч руки, поп, эй, я не твой друг, я оп. Они так ждут мой дроп, эй, твой рэп, мусор, ты коп, эй. Тести шуки, поп. Окей, как они с Будой здесь. Ну, Буда мастак в этом деле. Чередоваться, хорошо прям подстраиваться. Круто. И вот здесь прикольная часть. Вышел на смену. Очень круто, что Марк сделал дрил. Потому что когда последний раз, по-моему, был дрил от него, это был... А, ну ладно, это было «Я буду», да? Но вспомнить «Фантом». Я говорил, что я буду 5 лет его слушать. Я выполняю свои обещания, друзья. Но потом 18-й, эй, я написал трек и пришел им на смену. Ты чувствуешь разницу, золотые котлы, железный нерв. Молодые как мы, живые легенды. Брат вышел из тюрьмы, но не вышел из ганга. 200 тысяч руки, поп, эй, я не твой друг, я оп. Они так ждут мой дроп, эй, твой рэп, мусор, ты... Прям под эту гитару Буда со своим голосом, вот тут заебись. Я очень боялся, что будет куплет про горькую сперму. И ты можешь рассказать мне, как... Какая она на самом деле, что там было, как похуй, короче, вы поняли. Но вроде пока что все заебись. 200 тысяч руки, поп, эй, я не твой друг, я оп. Они так ждут мой дроп, эй, твой рэп, мусор, ты коп, эй. 200 тысяч руки, поп, эй, я не твой друг, я оп. Они так ждут мой дроп, эй, твой рэп, мусор, ты коп, эй. Факт,
аргументы и факты. Настоящие ненужные редакторы. Мне нужен пиццел Ярий с идеями абстрактными. Меня так пугают рамки. Видел, как дрищи роняют спорников. Меня не пугают драмы. Вывожу малышку на конфликт поиска травмы. У меня по-другому не пишется стайл. На каждом слове, что сказал, зажить. Хоть и наговорю лишнего. МС думал это навсегда. Через год его цена уже снижена. Делай выводы любимому лю. И не ставь себя выше Всевышнего. Христи шуки, оп, эй. Я не твой друг, я оп. Они так ждут мой дроп, эй. Твой рэп, мусор, ты коп, эй. Христи шуки, оп, эй. Я не твой друг, я оп, эй. Они так ждут мой дроп, эй. Твой рэп, мусор, ты коп, эй. Христи шуки, оп, эй. Я не твой друг, я оп, эй. Что так много припева? Что так много припева? Слишком много. Так ждут мой дроп, эй. Твой рэп, мусор, ты коп, эй. Христи шуки, оп, эй. Я не твой друг, я оп, эй. Они так ждут мой дроп, эй. Твой рэп, мусор, ты коп, эй. Факт, адреналин пройден. В это бы следующий. Я бы с этим дерьме, братан, я даже не заведующий. Мы раздаем эти волны. Ты тупо за нами следующий. Ты не перевернул игру в этом году. Но ничего, будет следующий. По мне 2017, эй. Я написал трек, ночью вышел на смену. Потом 18, эй. Я написал трек и пришел им на смену. Ты чувствуешь разницу. Золотые котлы, железный нерв. Молодые, как мы, живые легенды. Брат вышел из тюрьмы, но не вышел из ганга, эй. Окей. Многовато припева, мне кажется, в середине. Адреналин пройден, ВТБ следующий. Прикольная строчка. Прикольно. В целом трек неплох в плане куплетов. Ну окей, здесь, блядь, бридж, да? То есть, ну как бы... Маловато куплетов, маловато. И много припева. Для 2.21 как будто хочется больше... Больше куплет. Ну, мне хотелось бы, чтобы они больше сказали, потому что они это делали классно. И в целом тречок очень хорош. Он очень заряжен, в нем есть какой-то вот этот вайп, его хочется переслушивать, типа... Но маловато, вот как смятный, да? Есть такое у вас ощущение? Маловато как будто куплетов все равно. Хочется больше. Потому что тут, ну, прям вообще три раза, наверное, подряд припев повторяется. 12 строк они уделили этому. Может, поменьше, я не этот. Там может быть по две строчки, и тогда 6, типа, потому что у них там что, 10 тысяч рук. Хлоп-хлоп или что там. Короче, неважно, неважно. Трек хорош все равно. Твердая 9, я бы его 100% добавил, я бы его припитил. Я бы поставил 10, если бы я увидел чуть подлиннее куплеты. Но хорошо, что они тут не сделали просто какую-то пустую аутро, а там добавили по две строчки еще. Это круто. Вот за это решение лайк, блядь, молодцы. Но мне не хватило чуть-чуть куплетов, чуть-чуть не хватило. Но так трек очень крепкий. Можете написать свое мнение в комментариях и идем дальше. Big Baby Tape. Я очень жду Барскву, потому что мне кажется, что он сможет удивить, хоть в последнее время у него были довольно проходные работы, как по мне. Но я думаю, что этим альбомом он даст всем понять, что он еще может. Потому что на Бандане он выдал очень крутой уровень. Dying to live. Life. Live. Life. Life is good. Live, значит. Все правильно. Все, поехали. Это Lil Tape вместе с Дрейком. Но я не с Дрейком. Я хочу, чтобы они взяли эту боль от меня. Я влюбился в эту схему, в бенда был до утра. Надеюсь, ты меня так любишь, как я люблю тебя. Я умираю, чтобы жить, мне тяжелее дышать. Пусть ибо тебя засладят, если я скажу им. На мне бимы, я катаюсь, скинул стакан один. Бензима не OVO, это бензином с Дрейком. Тут экстендер магазины, мои клипы линейка. 2005 первый классе, я стою на линейке. Я не мог себе представить, что потом буду трепить. Бензо, бэйби, я об этом, я живу эту жизнь. И становлюсь холоднее, я разучился любить. Я умираю, чтобы жить. Им это не объяснить. И я умру за этот shit. А это значит, что я жив. Бензо катает этот бит. Короче, 100% это тречок в такой олдовой, в олдовой стилистике американской музыки 90-х, да, вот этот вот, типа, The Notorious B.I.G., Tupac, вот эта вся история, я не особо осведомлен в этом всем, я не слежу за Западом, вы можете говорить, что я тогда хуёвый реакционер, это ваше право, но я слежу только за своей сценой, поэтому Денис Майданов, Трофим, легенды. В олдовой стилистике по обложке это видно, типа, по звучку, по направлению, куда он здесь идет, типа... И вполне удачно он ее выдерживает, я могу сказать. Помолился, и я сделал хит. Я умираю, чтобы жить. Я умираю.
играю, чтобы жить. Пальцем на бите, были на плите. Они празднуют тот день, когда я в городе. Я ел доширак, шафель на миньон. Сделал длинный путь, могу лить на волпиньон. Сегодня я не пью, трезвый на интервью. Да им нужен тейк, и я его даю. Запрыгнул новый вид, я гибну лавиню. Я имею вижу, и я имею вью. Мои друзья сидят, я хочу их видеть тут. Вся эта боль внутри меня, нас они не поймут. За эти деньги нас не меняют, они меняют мут. My homie полностью, я скучаю, увидимся в раю. Что хотели, то купили, но мы не копили. Пару милов на винир, я теперь гасил. Песню рога не текил, получая скрилл. Поздравляю Кизи, новый дом он как мувил. Я влюбился в газе, не могу закончить сип. Отчим мне сказал, что никогда не бросит флип. Делать дети милы, это моя стиси. Бэйби на мне глизит, пора я ее наблизи. Я оставил блистер, не кидая 30. Бэнс и гэнг афишер, ранее гуськов министр. Я про деньги мистер, я про деньги быстро. Автомат трансцендер, у него есть хуй сиськи. Я умираю, чтобы жить. И в это не... Да не, хороший плотный трек на самом деле. Хороший. Но не прям вау. По классике, а? Я умру за этот шум. А это значит, что я жив. Бенца катает этот бит. Помолился и я сделал хит. Я умираю, чтобы жить. Я умираю, чтобы жить. У меня есть предположение, что это интро альбома. Очень похоже. Погружает в какую-то определенную атмосферу, которая, в которой может быть альбом в целом. У меня есть предположение, что это интро. Но, может быть, это не так. И если это интро, то норм. Но на постоянке, допустим, я бы лучше послушал прошлый трек, чем этот. Но в целом все сделано хорошо, выдержал стилистику, раздал строчек в своем стиле вполне. То есть, ну, все сделано как должно быть. Но нет вау-эффекта, типа он не удивил. Вот такое чисто мое мнение, а? Имха. Напишите свое мнение в комментариях и идем дальше. Херон Боттер дропнул трек «Зависим». Перед альбомом что-то там «Dreams Money Can Buy», по-моему, он называется. Интересно будет послушать. Прошлая EP-шка, наверное, это все-таки больше, чем альбом какой-то полноценный, была хороша. И треки, которые выходили в этот период, тоже были довольно крепкие. Поэтому давайте чекнем. Я зависим от тебя, как от допинга, 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 допинга. Мои карманы жирнее су. Меня любит каждый московский стрип-клуб. Эти шлюхи, они тоже все любят Вотера, 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 Вотера. Звони в любой притон, меня там ждут. Звони любым сукам, они меня ждут. Но только от тебя зависим, как от допинга, 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 допинга. Ради тебя. Он очень часто повторяет припевы, там по типу «Все дизайнер, все дизайнер, все дизайнер» или «Сука». Я рок-стар, стар, стар. Здесь не самое, наверное, удачное. Допинга, 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 вотера, вотера, вотера. Ну, не знаю. Не самое удачное решение, как по мне. Я солью все шлю, трачу на них тысячи на тему. Я думаю о тебе со среды до вторника, 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 вторника. Сказать в лицо, что я люблю. Сори, мне стрёмно за всю ту хуйню. Я заебался чувствовать себя додиком, 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 додиком. Давай забудем, суку, что я под сиропом взял. Выебал в рот, едал в рот, едал в рот, едал. Хармон Клер, один хуй без тебя. Холодно, 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 холодно. Ради тебя готов на всё, похуй, что дорого, дорого. Риковец, Прада и Соника, Соника. Просто взял, превратил твою днюху в лайфстайл. Прыгай в клуб, едь ко мне, я хочу тебе вставить. Один лям, затем два, из купюр сошью пальчик, не врагаш. Но когда рядом ты, в штанах кайф. Я хочу знать, ты по мне скучаешь. То, как меня меняют фейм и деньги. Делаешь вид, что не замечаешь. Даже после твоих истерик, криков, слез и замечаний. Запах чужих женских духов в нашей спальне. Неужели стали для тебя нормальны? Неужели я тебя теряю? Все твои подруги об этом мечтают. О, видишь меня насквозь даже закрытыми глазами. Я даже не спишь, просто плачешь закрытыми глазами. Ведь мне снова звонит другая фейстайм. Но только от тебя зависим, как от допинга, 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 допинга. Блять, проходной трек для меня. Проходной, проходной, нет.
куплетом не вывез. Типа, не знаю, мне это напоминает вот этот похуистический вайб Будды, когда он просто делает трек вот как ему по кайфу. Возможно, вы скажете, что в этом творчество, типа, есть, но я вам как обозреватель скажу, что вот, ну, меня это не устраивает, мне это не нравится. Все-таки как будто это вообще самый слабый, наверное, трек, который я слышал у него. Прям вообще что-то не за что зацепиться. Не знаю, не знаю. Романтика, да, но вот... Этот трек, типа, скобочка, блядь, строчка этот. Помню, как увидел «Космос в твоих глазах», больше не завидую Гагарину. Там больше романтики какой-то кайфовой, чем в этом всем треке, как по мне. Не знаю, слабовато для меня, слабовато. Допинга, допинга, ради тебя солью все шлю. Трачу на них тысячи на тему. Я думаю о тебе со среды до вторника, 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 вторника. Стремно сказать в лицо, что я люблю. Сори, мне стремно за всю ту хуйню. Я заебался чувствовать себя додиком, 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 додиком. Давай забудем, суку, что я под сиропом снял. Выебал в рот, едал в рот, едал в рот, едал. Хатман, клер, один хуй без тебя. Холодно, 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 холодно. Ради тебя готов на все поху, что дорого, дорого. Риковец, продай сто. Здесь будет интро. Короче, ой, аутро. Слабо для меня. Слабо, как по мне. Прям что-то по сравнению с предыдущими треками, но если вот расставлять по топу дайджеста, то факты, потом Big Baby Tape, причем с небольшим, наверное, отрывом. То есть факты, если вообще оценивать, взять все эти треки вместе и сравнивать их между собой, то факты там это крепкая 10. В системе абсолютно, блядь, не знаю. Там, не знаю, Big Baby Tape 8, и этот трек 5-6. Ну, типа, он меня вообще ничем не цепляет. Как по мне, вот прям он максимально проходной. Прям вот хоть убейте. Вот ничего не могу другого сказать про этот. Ничего не могу хорошего сказать про этот трек. Как бы Арсению респект, и там много трючков я его гоняю, но этот трек меня ничем не впечатлил. Вообще ничем. Вот так вот. Можете написать свое мнение в комментариях, будет интересно его почитать. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. В описании есть куча ссылок на соцсети, Telegram, всякая прочая история. Подписывайтесь. Ну а с вами был Must Head, спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем пока.